Здравствуйте, с вами программа «Дела семейные». Вы знаете, все чаще и чаще обращаются люди по вопросу заключения брачного контракта. Как-то до этого немножко пробуксовывала тема, но люди стали вникать в подробности такого действия, и появляется много вопросов. Вот сегодня мне хотелось бы рассказать о тех 5 причинах, по которым стоит заключить брачный контракт. Ну, о брачных контрактах, о брачных договорах мы с вами давно уже знаем и по американским фильмам, и по сведениям, которые в средствах массовой информации публикуются. Но хотелось бы сказать, тот брачный договор, его система, его форма, его порядок оформления на территории Российской Федерации, конечно, отличаются от западных или там американских стандартов. Поэтому хотелось бы обратить внимание на следующее, что заключая брачный контракт, вы можете оговорить только определенные материальные вопросы. Вопросы нематериального характера и вопросы, которые касаются третьих лиц, то есть не только вас и вашего супруга, а других, таких как свекровь, теща, дети или какие-то иные родственники, в брачный контракт вноситься не могут. Эти позиции будут недействующими. Брачный контракт, хотелось бы еще раз напомнить, может быть заключен и до регистрации брака, и после регистрации брака в органах ЗАГС. Но действовать он начнет только с даты, когда этот брак будет официально зарегистрирован. Так вот, давайте посмотрим, почему все-таки стоит заключить брачный контракт. Возьмем один из примеров. Молодой человек до того, как встретился со своей будущей супругой, вложился в строительство квартиры. Причем он уже практически оплатил всю сумму. Но квартира будет сдана уже после того, как они наметили свою свадьбу. И получив документ о собственности на квартиру после регистрации брака, этот молодой человек получает вот эту квартиру как совместно нажитое имущество со своей супругой. Поэтому, чтобы исключить моменты спора, к сожалению, мы не можем гарантировать, что брак продлится вечно. Хотелось бы, конечно, этого. Но, тем не менее, жизнь, она очень интересна. И такой момент, что на территории России из 100 браков расторгается 57, наверное, очень такой показатель для того, чтобы решить свои проблемы до того, как наступит такой печальный момент. Поэтому этот молодой человек со своей будущей супругой, они пошли к нотариусу. Это один из моментов, на который надо обратить внимание, что брачный договор или брачный контракт, он будет иметь юридическую силу только после того, как будет зафиксирован у нотариуса. Так вот, они определили, что квартира, которая будет в их пользовании, она будет полностью принадлежать молодому человеку. И претензий на нее его будущая жена, во всяком случае, на сегодняшний момент иметь не будет. Следующий пример, когда есть свой бизнес, успешно развивающийся до момента вступления в брак. Тоже могу привести такой пример, что молодой человек развивал свой бизнес в течение 7 лет, и он как бы не давал ему особого дохода. Но вот в момент регистрации брака, на момент регистрации брака его будущая супруга была студенткой, у него, скажем так, пошел в гору бизнес. И он уже имел возможность приобрести какие-то определенные материальные ценности. Ну вот ими был заключен брачный контракт, которым оговаривалось, что то, что было получено от доходов этого бизнеса в первый год совместной жизни, это будет личной собственностью данного молодого человека. А все остальное будет уже в режиме общей собственности, потому что его жена заканчивает институт, она тоже будет работать и тоже будет иметь материальные возможности для приобретения общих, скажем так, ценностей, общего имущества в их семье. Еще один момент, который бывает, скажем так, в ситуациях семейной жизни, когда ведется раздельный бюджет. Муж и жена оба удачливые такие развивающиеся бизнесмены. У них отдельный бюджет. И вот муж покупает себе, скажем, автомобиль, а жена покупает себе загородную дачу. Для того, чтобы не возникло никаких проблем, если вдруг, а такое может быть, брак прекращается, они брачным договором определили, что вот эта машина – это личная собственность молодого человека, а дом загородный – он личная собственность этой супруги. Все остальное уже они как бы решат впоследствии путем дополнения этого брачного договора.
Хотелось бы отметить, что договор брачный может быть изменен, но только если оба супруга на это согласны. Если один хочет изменить договор в каких-то частях, в каких-то позициях, а другой супруг не согласен, такой момент только решается в судебном порядке. И то только в том случае, если, предположим, позиция этого брачного контракта в чем-то ущемляет второго супруга. Кстати, хотелось бы отметить, что внести такое положение в брачный контракт о том, что все совместно нажитое имущество будет принадлежать, предположим, мужу или жене, а другому супругу ничего, делает недействительным такой брачный договор. Поэтому я настоятельно вам рекомендую, здесь нет ничего зазорного, здесь нет ничего постыдного. Оговорите свои проблемы материальные на случай вот такой семейной войны. Пусть она никогда не случится, но вы будете заранее уже готовы к тому, что вам не придется заниматься судебными тяжбами. Вам я желаю хорошего семейного, здорового счастья. С вами программа «Дела семейные».